Япония – первое место по продолжительности жизни в мире. В среднем 85 лет. Мы отправились в страну восходящего солнца, чтобы узнать тайну их долголетия и секреты последних японских разработок. В чем же дело? Водород. Оказалось, помимо водородных двигателей, чего только водородного японцы не изобрели. Водородные ингаляции. Водородные инъекции. Водородная косметика, водородная вода. И именно водород многие исследователи считают практически эликсиром вечной молодости и здоровья. Что же такого волшебного в молекулярном водороде? Будем разбираться на клеточном уровне. У клетки, как у любого действующего организма, есть отходы жизнедеятельности. И когда их накапливается очень много, клетка начинает задыхаться от этого и начинает погибать, стареть, заболевать, изменяться. Эти самые отходы принято называть свободные радикалы, оксиданты. Когда они накапливаются, наши клетки получают оксидативный стресс. Это состояние, когда много активных форм кислорода образуются в организме, и они начинают окислять наши белки, ДНК, ферменты. Как же водород может помочь в борьбе с оксидативным стрессом? При столкновении молекулы водорода со свободными радикалами внутри организма они превращаются в молекулы воды. То есть получается, водород – это антиоксидант, который является профилактикой от многих болезней. Это действующее средство для омоложения, для оздоровления организма, и на все на это есть клинические испытания. Но ведь существуют и другие антиоксиданты. Чем они хуже? Как правило, это молекулы довольно большие, и они очень тяжело проникают через мембраны клеток. Водород молекулярный – это самая маленькая молекула из всех известных. И он очень легко проникает через мембраны. Открыв такие свойства водорода, японцы первым делом стали обогащать им питьевую воду. Появились линии бутилированной воды и аппараты по обогащению воды водородом. Действительно ли аппарат выдает обогащенную воду? Проверяем с помощью портативного газоанализатора. В одном стакане водородная вода, в другом водопроводная. 1,23 – это очень хорошо. Это значит больше одной молекулы водорода на каждый миллион молекул воды. То есть мы видим, что вот здесь водород имеется, а в обычной водопроводной воде его нет. Ученые всего мира продолжают изучать водородные технологии. И кто знает, может скоро человечество действительно перестанет стареть и болеть. Анна Солдатова, Майкл Бородин, Первый канал, Токио, Москва.